Лариса Алабердян. Решение Европарламента по Карабаху ⁇ провал Еревана. Армяне продолжают пребывать в шоке от четкого послания Европы в связи с оккупацией азербайджанских территорий. Жесткое заявление Европарламента по поводу плана в Армении построить третью дорогу в оккупированный Нагорный Карабах вызвало шок в Ереване. Так, первый омбудсмен Армении, правозащитник Лариса Алавердян в беседе с новости Армения заявила, что это заявление полный провал парламентской дипломатии, в том числе работы парламентской комиссии по внешним связям. Оно было принято по попустительстве или согласии армянской стороны и угрожает национальной безопасности. Докладчик Европейского парламента по Азербайджану Желена Завко по Армении Троян Бесеску и сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству Европарламента по Азербайджану, Грузии и Армении Мария Кальюрант приняли совместное заявление о планах строительства дороги, которая напрямую бы связывала Армению и оккупированный Карабах. Это первый в истории совместный документ должностных лиц Европарламента о незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана. Как говорилось в заявлении, решение о строительстве этой магистрали было принято без согласия компетентных органов Азербайджана, что является нарушением норм международного права. Кроме того, это может символически закрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и его прилегающих территорий. Поэтому мы считаем эту инициативу предрассудительной, поскольку она не содействует созданию условий, способствующих доверию, миру и примирению, говорилось в заявлении. Или это провал, если армянская сторона старалась, но что-то не получилось. Или это как раз логический результат той тактики и стратегии международного урегулирования Карабахского конфликта, которые взяли на вооружение власти Армении. Я не думаю, что это результат некомпетентности. Утверждала и утверждаю, что у нынешних властей есть стратегия. Просто она абсолютно противоречит национальной безопасности и интересам Армении и Карабаха, заявила Лариса Алавердян. Отметим, что глава сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Арай Карутюнян заявил во время визита в оккупированный Зангеланский район о том, что ведется подготовка к строительству третьей автомагистрали из Армении на оккупированные территории Азербайджана. Арутюнян сказал, что ведется подготовка к строительству новой автомагистрали, которая свяжет приарабские территории Азербайджана с горузским районом Армении. Азербайджан имеет совершенно законное право предотвращать строительство этой дороги военными средствами, и Баку может принять меры, чтобы направить четкое послание руководству Армении. Дорогие подписчики, хочу пригласить вас на свой авторский канал АЗ 20%. Нуждаясь в ваших подписках и лайках, ссылка на канал в описании к этому ролику. Хорошего вам настроения и помните, победа будет за нами!